সাধু মহারাজ, ত্রিপুরারী মহারাজ, সাধু মহারাজ, জগদ্গুরু মহারাজ, মহামানন্দ রায় মহারাজ, গোবিন্দ মহারাজ, বদ্রীনারায়ণ প্রভু, অবিতান প্রভু, everything well. Судхир Госвами Махарадж там проповедует также? Нет? Нет, мы не видели его. Я встречался с Джанарданом Махараджем. Он пришел в наш мат, посетил наш мат, и он посещал Бхакти Судхира Госвами Махараджа в матхе последнего в Сан-Хосе. Он отправился в Мексику, Джанардан Махарадж. В нынешнем состоянии светила этого общества уходят из организации и падают. Я несчастен. Внутренне я несчастен, видя состояние Бхагавана Махараджа, видя, как Рамешвара Махарадж, Бхагаван Махарадж, как светила падают. Мы столь горды с вами, Махараджем. Он совершил чудо милостью нашего Гуру Махараджа, но по прошествии 10 лет состояние его общества, общества с вами, Махараджа, разбивает сердце, по крайней мере, мое сердце. Я чувствовал, испытывал столь великую гордость за те удивительные, выдающиеся деяния, которые с вами Махарадж совершил. Однако при жизни своей я был вынужден пережить столь печальный опыт. То будет великий шок не только для ИСККОН, но для проповеднической миссии на Западе, проповеди, культа, религии Шри Чайтаньи, то будет регресс, отступление назад. Только вы можете помочь им, Махарадж. В сердце своем я пытаюсь это делать, вы это делаете. Я говорил о том, что я испытываю к ним сочувствие, я не их враг. То, что я делал, я с самого начала заявил о том, что то, чем я занимаюсь, это нечто вроде работы по облегчению страданий других. Но что поделать, это очень-очень прискорбно. Но многие узнают сейчас о том, что вы великий друг с вами, Махараджа, великий друг всех и каждого, друг всего мира. Например, Джанардан Махарадж пришел. Да, иначе быть не может. Тот, кто обладает верой и любовью к Махапрабху и к нашему Гуру Махараджу, питают веру в него и любовь к нему, они не могут не чувствовать гордость за проповедь с вами Махараджа во всем мире. И они не могут не испытывать боли из-за тех прискорбных событий, которые происходят. Мы испытываем великую гордость. Они могут заблуждаться на мой счет, но я не в силах впасть в заблуждение по отношению к ним настолько легко. Так или иначе, они помогают держать флаг Махапрабху, нашего Гуру Махараджа. С вами Махарадж означает это. С вами Махарадж означает наш Гуру Махарадж и Махапрабху, и Нитьянанда.
Тот, кто способен буквально читать, интерпретировать глубоко, те видят таким вышеописанным образом. Однако они падают так, как было сказано выше, все искренние вайшнавы и даже искренние индийцы, они испытывали гордость, особенно люди, которые питают веру в Вриндавана-лилу, в Кришна-лилу. Шримад-Бхагаватам, которая содержит самую суть всей ведийской истины. Я даже дал такое объяснение. Веда-мата, мать Веды есть Гаятри, содержит целое. Это Гаятри содержит целое. Я представил смысл таким. Глубинный смысл, значение Гаятри восходит к Кришне, поскольку верховная концепция Анандам, Расам, счастья, это и есть Кришна-лила. Посредством сравнительного анализа или изучения, шаг за шагом, я показал это. В Мадрасе я доказал это одному великому пандиту, последователю Шанкара. Я показал, как развивается эта градация. Чактусан, Брахма, Шива, на примере этой шлоки. Удав величайший Према-бхакта. И этот Удава говорит, когда он оказывается во Вриндаване и встречает гопи, он заявляет, я хочу быть травинкой на земле Вриндавана, с тем, чтобы пыль стоп этих божественных дев могла касаться моей головы. Так каково же положение гопи? Это математический расчет, оценка в соответствии с советами или указаниями Бога откровенных писаний, которые дают нам понять, каково положение гопи. Те, кто пытаются понять. Они даже могут не понимать, о ком и о чем идет речь. Они также удачливы. Концепция высочайшая. Что есть высочайшая концепция Абсолюта? Сладость. Ни знание, ни сила. Это те явления, которые нас очаровывают, привлекают. Прежде всего, мы ищем силу, и, во-вторых, мы ищем знание, или мистическую силу, силу и знание. Даже они незначительны на фоне сладости. Сладость есть наша внутренняя потребность. Если жажда сладости не удовлетворена, тогда мы вовсе не удовлетворены. Черный ящик эго в нас, ящик отдельного интереса, когда этот ящик полностью уничтожается, то естественный поток исходит из этого ящика, прорывается наружу, и живое существо познает родную почву, землю Родины, землю дома. Когда все сомнения рассеяны, знания уходят, и все попытки делать что-то, совершать карму, также прекращаются. И естественно, автоматический поток сладости устремляется наружу, и это Вриндавана. Когда это эго отдельного интереса, ящик отдельного интереса полностью разрушается, то внутренний поток устремляется наружу, и он признает и распознает материнскую родную почву, землю Вриндавана. А Навадвипа более велика, поскольку это тот Вриндаван, который раздает себя падшим душам. Такой принцип жизни. Гуру Махарадж, да. Утром мы обсуждали саньяса-мантру. Я читал книгу доктора Капура
вашего духовного брата. Да. Он ученик Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупады. Оуда Бихари Лал Капур, доктор. Да. Он написал некую книгу, и в этой книге он объясняет. Эта книга была представлена им в качестве диссертации. Экзаменатором был профессор Саньял. Было три экзаменатора. Одним из них был профессор Саньял, издатель журнала «Хармонист» в Гаудия Миссии и автор книги «Шри Кришна Чайтанья». Саньяса также подразумевается. Я вручаю себя стремлению служить гопи или совершать служение гопи. Таков смысл саньяса. Он говорит, что Махапрабху получил от Кешава Бхарати мантрам Таттвамаси. Общий смысл Таттвамаси — это «ты есть то» или «я есть ты». Но истинный смысл Таттвамаси — «я твой», «я принадлежу тебе». Ты не зависим, ты принадлежишь ему, ты зависим от него. Таков иной смысл Таттвамаси. Но в целом в школе Шанкара они поверхностно трактуют этот мантрам в духе манизма. Это в Веде, да, но смысл, который они извлекают из Веды, таков. Я есть ты, Сохам, я есть Бог, но истинный смысл — я принадлежу тебе, я твой, Господь, Владыка. Этот мантра Махапрабху вначале передал Кешава Бхарати. Пожалуйста, проверь мантрам. Я услышал некий мантрам во сне, проверь, это реальный мантрам или нет, пожалуйста, услыши его и проверь. И он открыл этот мантрам своему гуру Кешава Бхарати и затем принял мантрам от него. Кешава Бхарати подтвердил, да, это тот самый мантрам, Таттвамаси. Я принадлежу тебе, я твой. Он не означает, я есть ты. И в настоящее время, в наши дни, Гаудия Вайшнава Сампрадаи, та саньяса мантра, которую мы получаем, это иная мантра. Когда появилась новая мантра, саньяса мантра, во времена Бхактисиддханты Сарасвати, Прабхупады, нет. Махапрабху непосредственно, лично обучал и наставлял Рупу и Санатану, а через них Дживу Госвами, и они, эти Госвамины, составили писание для Вайшнава. Источником современной саньяса-мантры служат эти писания. И также Махапрабху дал указание Бхакрешвару. Есть примеры такого рода, личные указания Махапрабху. Источник этого мантра Махапрабху, в частности, Санатана Госвами, Хари Бхакти Виласа, затем Садкрия Шара Дипика. Этот мантра пребывает в соответствии, в согласии с этими трактатами. Шринивас Ачарья был вдохновлен Гопалой Батой, Наротам Такур. Махапрабху только формально принял мантру от Кешава Бхарати. Вначале от Ишвара Пури, но тот мантра был Двадашака.
он попросил Санатану Госвами утвердить, учредить мантру. И Санатану Госвами дала Аштадвадаша мантру, которую в целом принимают все гаудии. Этот мантра пошел от Санатаны Госвами, Аштадвадашака мантру. А до этого Махапрабху получил Двадашака мантру, последнюю часть. Затем Махапрабху принял саньяс ради проповеди от Кешава Бхарати. И его третьим гуру, нам говорят, был Рамананда. Он был гуру Махапрабху в Рага-марге, в известном смысле, Сакхи. Во Вриндаван-лиле говорится, что только Сакхи, подруга Радхарани, способна открыть подлинную лилу Вриндавана, поскольку им она известна, и они способны ее распространять. Никто иной, только близкие подруги Радхарани, они способны подарить, открыть эту Радхадаси. И Махапрабху продемонстрировал это, когда он пришел к Рамананде и стал задавать ему вопросы, и Рамананда отвечал. И в то же время Рамананда говорит: «Я чувствую, что ты источник моего вдохновения. Ты говоришь моими устами. Я словно бы даю ответы, но я чувствую, что ответы исходят от тебя». Это подобно тому, как океан порождает облако. Вода океана испаряется и формирует облако, а затем эта же вода проливается из облака в океан в виде дождя. Махапрабху задает вопросы и внутренне отвечает через Рамананду. Высочайшую лилу, благодаря этому эпизоду, он показал, что познать высочайшую лилу принять можно от Сакхи. Вишакха Сакхи есть Рамананда и Сваруп Дамодар. Также все эти реалии. Но Рамананда и Сварупа Дамодара, их природа, характера отличаются. Лалита и Вишакха. Нам говорят, что они такого типа. Лалита как Сварупа Дамодара, а Вишакха как Рамананда Рая. Гаура Ганадеша Дипика в этой книге показывается, открывается, кто есть кто во Вриндаване. Эти личности, которые пребывают в Гаура Лиле, кем они являются во Вриндаване, в Гаура Ганадеша Дипике. Махарадж, я Саду Махарадж. У меня есть вопрос. Поскольку вы самый старший вайшнав на этой планете, не могли бы вы объяснить, что есть старшинство? Поскольку мы видим в священных писаниях, присутствует порой расхождение. Например, Шукадев Госвами. Кто это? Саду Махарадж. Я хочу знать, какова сиддханта, заключение о природе старшинства, поскольку мы видим, Шукадева Госвами был главой, возглавлял собрание вайшнавов и произносил речь в этом качестве. И также мы видим, как Господь Кришна говорил с Удхавой в присутствии Майтрея и Риши. А впоследствии, когда Видура захотел получить наставление от Уддавы, то Уддава
отослал его за наставлениями к Майтрее. И аналогичные события или примеры мы находим также в Гоура-лиле, когда Чайтанья Махапрабху выражал почтение Рамачандре Пури в силу того, что последний был его старшим. Хотя он не был квалифицирован, не заслуживал этого почтения, но Гауранга Махапрабху все же это почтение оказывал. Поэтому порой кажется, что старшинство, принцип старшинства не прямолинеен, но может быть извилист, нечто зигзагообразное. Как нам понять, кто старше, кто младше? Вы наиболее квалифицированы ответить на этот вопрос. Есть форма, а есть суть, содержание. Я говорил об этом здесь с Киртанандой и остальными. Я заявил им, что я разрушитель форм. Дхарма. Мы должны почитать форму. Но чего ради? В свое время вы следовали определенной религиозной форме, вы были христианами, но вы оставили эту форму и пришли к Свами Махараджу. Почему? Потому что суть, содержание обладают подлинной важностью. Полнота важности передается сути, а форма вторична, второстепенна. Мы должны стараться уважать формальность, форму, но если суть отсутствует, мы должны отказаться от этой формы и формальности. Суть все и вся. Махапрабху формально выражал почтение Рамачандре Пури. Но Рамачандра Пури восстал против Мадхавендра Пури, своего собственного гуру. Рамачандра Пури советовал Мадхавендре Пури, когда тот покидал этот мир. Он говорил ему: «Почему ты скорбишь по Кришне, Кришна, Кришна? Ты должен осознать, что ты сам Брахман». И тогда Мадхавендра Пури велел ему убираться и обозвал его Майавади. «Я не обрету Мадхуранатха Кришну, этот человек пришел ко мне, чтобы учить меня, что я Брахман». И Ишвара Пури, Мадхавендра Пури дал ему служение, и Ишвара Пури переполнился любовью и его милостью, а Рамачандра Пури был отвергнут. Но все же формальное почтение Махапрабху пытался ему оказывать, но это почтение не исходило из его сердца. Таким образом, форма может быть важна, но вопрос в том, какую суть несет эта форма. Мы должны почитать форму в соответствии с этим. Каждый сампрадай, религиозный сампрадай, есть определенное формальное положение. Например, сейчас обсуждается вопрос сикхов в Пенджабе. У них есть определенная форма, но когда речь заходит о сути, то ей придается большее значение. В противном случае форма второстепенна. Первичная суть. Сарва-дарман. С одной стороны, нам советуют уважать форму. Говорится, где бы ты ни находился в настоящее время, какое бы положение ни занимал, пытайся сохранять его. Подобно тому, как генерал говорит солдату на поле битвы, удерживая позицию ценой твоей жизни. Затем, когда придет время, ты сможешь продвинуться вперед. Вы понимаете? В таком духе, в Гите говорится, не стремись занять чужое положение, сохраняя собственное положение, которое ты приобрел ценой твоих прошлых действий. Поддерживай это положение, лучше умереть в этом собственном положении, но не отступить. И затем вновь Он, Господь Кришна, говорит, «Сарва дарман паритьяджа», отвергни все виды положения, позиции и устремись прямо ко мне. А иначе в чем смысл прогресса? Жизнь не предназначена для того, чтобы вечно сохранять старое положение. Прогресс означает движение вперед, отвержение старой формы и движение вперед. И
В конечном счете достижение высочайшего положения. А высочайшее положение — это безграничное. Это то нечто, что я не могу зажать в кулаке, в пригоршне. Никакое положение невозможно, поскольку это безграничное по отношению к нему. Чем больше ты прогрессируешь, тем больше ты видишь, насколько безгранично и велико, насколько я ничтожен, я всего лишь частица, незначительная часть его. Вы понимаете? Я говорил Киртанананде и другим в том собрании, я разрушитель формы. Они не могли понять это положение. Ачарья Мангаджа Ньян. Абсолют есть Ачарья. Мы должны пытаться рассматривать его, видеть его в Ачарье. И мое видение, восприятие Ачарьи будет изменяться в соответствии с моим прогрессом. Махарадж, вопрос следующий. Когда духовная душа возвращается в мир Голоки Вриндавана, как она воспринимает иерархию, старшинство там? Что он спрашивает? Когда атма возвращается в мир Голоки Вриндавана, как она воспринимает старшинство там, иерархию? Там уже присутствует определенная иерархия, среда. И живое существо знакомится с этой средой, с обитателями того мира. Душа возвращает себе свое естественное положение. Там присутствует вечная иерархия, естественная. И она знакомится с представителями этой иерархии. И она занимает определенное положение в рамках определенной группы Шанта, Дасья, Сакья, Ватсалья, Мадура. Существует классификация и дальнейшая классификация, подклассификация, соответственно, своему внутреннему положению она занимает то или иное место. Нечто в этом роде. Я слишком много сегодня говорил. Я буду вынужден пострадать от последствий этого. The reaction that what you are saying, we will take that and distribute that to many people. Реакция, с которой вы столкнетесь, будет состоять в том, что в вашей речи мы постараемся донести до как можно большего числа людей. И то будет великим благословением для них. И такая реакция придет к вам. Возможно, меня в моем преклонном возрасте Гуру Махарадж использует так. Он хотел, чтобы я отправился на Запад и проповедовал, но у меня не было решимости это сделать. И он заметил обо мне. Я думаю, что как минимум один раз он сказал в мой адрес. Он назвал меня любителем спокойной жизни. Гуру Махарадж, хотя вы говорите о том, что вы преклонных лет, мы считаем, что вы самый юный из нас. Чем больше ты связан с этой вечной субстанцией, с этим аспектом реальности, то, соответственно, этому ты всегда остаешься вечно новым, то есть юным. Махарадж, я беседовал по телефону с Джанарданом Махараджем, он в Мексике.
до того, как приехал сюда. Он рассказал мне, что он находился в ашраме Кусума Ашрама Махараджа. И руководящий комитет ИСККОН, GBC, послал двух саньяси с тем, чтобы те с ним побеседовали. Эти саньяси не были членами GBC, но представляли руководящий комитет. И Джанардан Махарадж рассказал мне, что они были с ним на этот раз гораздо более вежливы. После того, как он вернулся отсюда, да. Я попросил его, я сказал ему, что члены GBC приедут туда, на ваше собрание, и после этого вы приезжайте. А иначе они будут обеспокоены. Я не хочу шокировать их до этого собрания. Но он ответил, у меня уже нет связи с ними, я туда не отправлюсь и тому подобное. Я посоветовался с Судхиром Махараджем, и они также сказали, что нет связи с ними. Но я говорил, это будет шок для GBC. Я не хотел бы, чтобы это произошло до того, как они должны были прибыть сюда. Я не хотел, чтобы он остался здесь, поэтому он покинул Мадх. А впоследствии он может приехать сюда вновь. Да. Так или иначе, на сей раз они вели себя иначе, чем в прошлом. Они были вынуждены вести себя более воспитанно, как джентльмены. То был хороший шок, на этот раз это был позитивный шок. Но в данных обстоятельствах это по-прежнему шок. Для них и мне это не нравилось, то, что я должен был сделать, вынужденный обстоятельствами. Я не мог этого избежать. Но в целом я чувствовал, исходя из здравого смысла, что после этого собрания он может приехать сюда, но они не стали ждать. Когда мы летели сюда, мы сделали остановку на Гавайях. Там есть саньяси, который возглавляет храм ИСККОН. Он в прошлом был моим другом. И когда он узнал, что мы на Гавайях, он попросил, пожалуйста, приезжайте в храм. Он сказал мне, ты можешь остановиться в моей комнате. Мы поехали в храм, я с ним беседовал. Он принял саньясу от Джайапатаки Свами, но он несчастен. Он недоволен взаимосвязью с этим человеком, поэтому он передал вам письмо вашей божественной милости. Вы должны рассмотреть и обдумать все эти вещи. Говинда Махарадж здесь, Госвами Махарадж, Сагар Махарадж. Вы должны поразмыслить и посоветоваться. Вы все искренние люди и питаете в сердцах своих любовь к Махапрабху и к вашему Свами Махараджу. И то, ради чего Свами Махарадж отправился на Запад, вы соприкоснулись с этим явлением. Поэтому мы можем положиться на вас до известной степени. В целом, мы все считаем, что связь с вами — это самое ценное явление для каждого. Я так думал, что я всегда их друг, но я печален тем, что они ложно меня понимают. Они заблуждаются на мой счет. Даже мои враги замечали обо мне, что мои отличительные особенности — это мощный здравый смысл и бескорыстие, что давало мне уникальное положение в Гаудия Матхе.
Мощный здравый смысл и отсутствие эгоизма, открытость по отношению к истине, постоянная неизменная открытость навстречу истине. Отсутствие партийного или сектантского духа во мне — другая моя черта. Великодушие, широта, Махавадиньяя. Я люблю Махапрабху. Общий интерес. Кого бы ты ни встретил, делай ему инъекцию этого лекарства в ситуации эпидемии, инъекцию сознания Кришны. С кем бы ты ни сталкивался, делай ему инъекцию сознания Кришны. Таков общий лейтмотив всей жизни Махапрабху. Делай все необходимое, привлекаемое этим духом великодушия, и помощь придет свыше. Если мы совершаем это служение, то помощь автоматически, естественно, придет к нам. Помощь в деле распространения этого сознания Кришны. Не отступай, не уходи. Таким должен быть наш долг, цель нашей жизни, в целом такова. Вечной жизни, вечная цель жизни. Идет ли речь о наших единоличных усилиях или о совместных коллективных усилиях такого рода, всегда распространяя сознание Кришны. Миру — это единственное занятие, единственное дело. Все остальные занятия и дела второстепенные. Махарадж, вот пожертвование. А нет никаких известий об этом Балараме? Они не знают его? Хороших новостей нет. Нет хороших новостей о Севе. Он говорил, что он был очень вдохновлен, не слышно кем или чем, и он хотел построить санскритский колледж там. Мы проследим за этим. А Бхавананда Махарадж также отошел от дел. Да, отошел. Отошел. Он живет в Нью-Йорке в обществе Рамешвара. Они живут вместе. Они утратили веру, полностью утратили веру в Махапрабху. Как это понимать? Или веру в Прабхупаду, в Свами Махараджи? Я так не думаю. Но они утратили веру в организацию, говорит преданный.
Но практическую жизнь ачарьи они не способны поддерживать, не способны, не могут продолжать. Они прямые, непосредственные представители Свами Махараджи. Они не представители, они ложные представители. Свами Махарадж сформировал комитет, разве нет? Комитет ачарьи. Есть люди, которые это отрицают, они утверждают, что он не сформировал комитет. Он назвал имена кандидатов, членов в этот комитет. И также имена предполагаемых ачарьи. Он назвал нескольких будущих ачарьи. Он также назвал вас. Вначале они пришли ко мне, когда возник вопрос относительно Канса Дутты, Тамалы Кришны и Джайтиртхи. Не так ли? Этих трех они назвали. Но я попросил их простить эту троицу на первый раз, поскольку Свами Махарадж признал их в этом качестве. Следует это высоко ценить. И поскольку изгнание этих трех нанесло бы серьезный урон всей миссии Свами Махараджа, поскольку они его прямые представители. Поэтому я попросил их простить и забыть на первый раз. Тамал Кришна остался, а Джайтиртха и Хансадута ушли. Тамал Кришна написал письмо в ответ на письмо от Джагадгуру Свами. Джагадгуру Свами написал любящее письмо, в котором выразил любовь, но использовал сильные или эмоциональные выражения. Но искренне написал. И Тамал Кришна написал ответ, в котором он ответил на то, что сказал ему Джагадгуру Свами, и он донес свою точку зрения до комитета GBC с тем, чтобы GBC рассмотрела его мнение и суждение. Он хотел бы, чтобы все эти проблемы разрешились. А Юдаманью Сева Викрама приедет? Мы не знаем. Он поранил ногу, нет? Подвернул щиколотку. Это не серьезная рана. Существует зов местного провинциального долга и зов абсолютного долга. Призыв совершать абсолютный долг и призыв совершать ограниченный местный провинциальный долг, следовать локальному интересу. Это также в божественной сфере, местное, ограниченное и абсолютное. И существует, присутствует градация. Безграничное, прогрессивное — это субъект сверхсубъекта и сверхсверхсубъект. Это прогресс, развитие, градация. Ограниченное не может исчерпать безграничное. Безграничное всегда безграничное. Никакое число ограниченных начал не могут образовать безграничное. Подобно тому, как если отнять от нуля ноль, будет ноль. Ноль плюс ноль будет ноль. Ноль умножить на ноль — ноль. Таким образом, безграничное плюс безграничное равно безграничное. Безграничное минус безграничное равно безграничное. И так далее. Такова природа этого явления.
Если полноту отнять от полного, то останется полнота. Это безграничное, нечто подобное нулю в известном смысле. С одной стороны ноль, с другой стороны безграничное. Поэтому безграничное минус безграничное равно безграничное. Что может быть более удивительного, нежели это? Мы отнимаем полное из полного, и в остатке полная полнота. Оно не уменьшится, полное не уменьшится, не может уменьшиться. И мы стремимся приблизиться к такому явлению. В Сан-Франциско, да, в Сан-Франциско мы с Трипурари Махараджем беседовали с одним имперсоналистом, и он говорил, что Абсолют становится обусловлен. Мы же отвечали ему на это, что если бы Абсолют мог становиться обусловленным, то он не был бы в конечном счете Абсолютом, поскольку Абсолют может стать многими состояниями или условиями в этом материальном мире. Когда Абсолют приближается к неабсолютному, к ограниченному началу, это проявление его величайшего великодушия. Апракрита. Знания классифицируются таким образом. Первое — протякша. Протякша — это восприятие чувств. Парокша — то, что я не пережил лично, но то, что пережили другие. Затем апарокша — состояние, подобное глубокому сну без сновидений. Когда мы соприкасаемся с чем-то, а затем, когда мы просыпаемся, мы говорим, «Я спал очень крепко, хорошим, крепким, глубоким сном». Но в тот момент, в тот период, когда мы спим, отсутствовало любое движение, но когда мы возвращаемся в бодрствование из этого состояния, мы можем утверждать, что «Я спал очень глубоко, без сновидений». Это апарокша. Затем адхокшаджа. Другое измерение, его природа такова, когда оно хочет не зайти на наш уровень, мы можем почувствовать его, когда оно уходит, отстраняется, мы беспомощны. Это адхокшаджа. А когда это адхокшаджа становится более высокого уровня, оно превращается в апракрита. Оно приходит на наш уровень таким образом, что мы считаем его одним из нас, но он не один из нас. Это та ситуация, когда Абсолют в своем высочайшем проявлении приближается к ограниченному существу максимальной степени, становится наиболее близок к нему. И это апракрита. Апракритават. Нечто подобное реалиям этого мира, но в корне от них отличное. И это Кришна в его Вриндавана-лиле. Тот Кришна, который носит Говардану, подобно мячику для игры. Когда он слышит мяуканье кошки, пугается и обнимает свою мать Яшоду в поисках защиты. Яшода видит всю Вселенную, все мироздание, когда он открывает свой рот. И она смущена этим, она начинает задаваться вопросом, кто он, этот мальчик, открыл рот, и я обнаружила там всю Вселенную. Неужели он не мой сын? Она обескуражена, она сбита с толку, и затем кошка мяукает, и Кришна в испуге обнимает Яшоду, и она думает, нет, нет, мне почудилось, он мой сын, мое дитя. Таким образом, Абсолют приближается к ограниченному существу, максимально близко и заключает его в свои объятия. Такова природа Апракрита Лилы во Вриндаване. Я один из вас. Яшода порит его розгами, он носит на голове сандалии Нанды, он находится в таком положении.
И он ссорится с друзьями, дерется с друзьями, ворует масло и так далее и тому подобное. Все эти реалии. Он лжет практически как один из нас. Он поступает. Это та ситуация, когда высочайшая, самым великодушным образом, максимально приближается к ограниченному существу. Это апракрита, это Кришна Лила. А когда он распространяет, раздает себя самым падшим, это Гаура Лила. Они объединяются, Радха Говинда. Позитивное и негативное, Радхарани и Кришна. Негативную сторону тотально, целостно представляет Радхарани в различных стадиях. Мадурья Расу и также Ватсалью, и родительская любовь, дружеская нежность, любовь друзей и любовь слуг, и покорность — все это части Радхарани. Полнота пребывает в ней, в Радхарани. Она негативная сторона, а позитивная сторона — Кришна со всеми своими параферналиями. I'll put on here.